Внутри стойте, я вот здесь, в дверях постою. Вы будете там, наверное, сразу только. Ну, я знаю. Ну, расскажите, пожалуйста, как что произошло? Ну, короче, тут это произошло, что вышли на улицу, увидели дым из окна, так вот идет. То есть прямо уже дым из квартиры шел? Ну, и пламя это видно было. Уже вызвали, внутри квартиры пламя ну, было? Ну, позвал соседа. Пожарных вызвали? Пожарных вызвали, но, думаю, долго, наверное, будет ехать. Сами дверь скрыли. Да, я вижу, что дверь выломали. Но скрыли, и это, попасть туда не могли, там дымище было. Так. Ну, как раз вовремя эти пожарники приехали. Пожарные? Но пожарники приехали, там, это, зашел, там этот хозяин оказался. Погиб. Он, видимо, похоже, что это. Потом, когда с полицией зашли туда, похоже, что там это, криминал какой-то. Криминал, вы думаете? Ну, он там, видимо, давно уже лежал на диване. Ох. Ну, то есть подожгли квартиру, вы думаете? Ну, а он уже до этого уже был погибший? Видимо, да, он уже пах. Ох. Полиция ничего не объяснила? Ну, полиция что? Сейчас, типа, должны приехать, там это. Ну, это, мы там перевернули его, да, там, похоже, что это. Гнилостное изменение и дырка на груди. Расскажите, пожалуйста, о своем соседе, что вам известно о нем? Ну, был дедушка, пенсионер. Так. Лет 70 где-то, я не знаю. Ну, болел. Один жил? Один жил. Ни к нему посторонние там не распевали? Не-не, он вообще не пьет. Квартира ему принадлежала? Ему вроде. Может, это конкурировал? Ну, требовал к себе квартиру? Нет? Не-не-не, такого не было. Я сколько тут живу уже, 10. Так. Ну, сколько? С 2002 года. Ну, то есть нормальный? Нормальный дед, он ходил все время, лечился в поликлинику. Проживал один, бабушки не было, да? Бабушки не было. А дети? Не знаю, дети где-то на Шковке кто-то, кажется, есть. Так. Давайте посмотри там, кто это звонит. Ладно, скажите, пожалуйста, а пятерых человек еще спасли? То есть еще задымление сильно пошло. Каких пятерых человек? Ну, у нас водка, 5 человек еще вывели из дома. А, ну тут мы вышли, да все. Ну, спасибо большое. До свидания.